В Челябинск привезли первые партии вакцины от гриппа. На областном аптечном складе сейчас находится около 500 000 доз, которые в скором времени распределят по больницам. Вся вакцина хранится с соблюдением холодового режима плюс 2, плюс 8. В данном случае у нас представлен препарат Ultrix Quadri в количестве 42 штуки в коробке. Прививку от гриппа челябинцы уже сейчас могут поставить в ГКБ номер 1. Обратиться в больницу может любой желающий. В наличии 3- и 4-валентные вакцины, которые защищают от популярных штаммов вируса. Врачи советуют поставить прививку до начала сезона заболеваемости, так к холодам успеет сформироваться иммунитет. Мы сейчас начали кампанию пораньше, потому что к сезону, к сентябрю идет иммунитет 20 дней, как минимум идет выработка иммунитета. И плюс действует в течение 10-12 месяцев. То есть на весь период, когда идет инфекция вся, это осенне-зимний-весенний период, человек защищен полностью. На Южном Урале прививку от гриппа уже получили свыше 1000 человек. Противопоказания к вакцинации – ОРВИ, повышенная температура и обострение хронических заболеваний.